От Ивана Михайловича о погоде на 23 сентября, пока еще о хорошей погоде. Желаю всем, кто нас смотрит, только самого хорошего и лучшего. По республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого уже снега. Утром при прояснении туманы, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Северный район ночью плюс 2, минус 3, местами до минус 6, днем 8-13 тепла. Центральный район ночью 0 плюс 5, чуть теплее, днем 12-17 тепла. В южных районах ночью 0 плюс 5, местами по юго-западу до минус 4, а днем 13-18, так сказать, ни жарко, ни холодно. Утром Улан-Удэ без осадка, утром местами туман, ветер восточный, ночью слабый, днем 7-12 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем 13-15. Атмосферное давление ночью и утром будет слабо расти до 720 миллиметров ртутного столба. Днем существенно не изменится. В обществе мы часто имеем успех благодаря нашим недостаткам, а не нашим достоинствам. Важнейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других. Истинное красноречие – это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно. Ваше АТВ Михайлович.